На вечернее совещание собраны руководители всех структурных подразделений администрации. Мы собрались, потому что, по большому счету, у меня кончилось терпение наблюдать то, как мы работаем с обращениями граждан. Если кто-то из вас на сегодняшний день не понимает значимости этой работы, я готов потратить время и индивидуально, а может быть и сейчас, объяснить. У нас на сегодняшний день отношение, еще раз повторюсь, к обращениям такое, как от назойливой мухи отмахнуться, там, где мы в обращении видим прямое решение, да, мы беремся и делаем. А там, где надо приложить усилия, иногда и сверхусилия, и зачастую выехать на место, и посмотреть, и поговорить с человеком, либо с группой людей, у нас на это на все не хватает времени. Количество обращений по сравнению с прошлым годом выросло на 25%. Из общего количества поступивших обращений всего лишь по 199 обращениям принято положительное решение. 1487 обращений рассмотрено комиссионно с выходом на место. 68 обращений поставлено на дополнительный контроль до полного исполнения. Рост обращений произошел в пик сезона, в основном из-за напряженной ситуации с водоснабжением. Сергей Сергеев недоумевает. Ни в одном ответе на жалобу нет элементарных извинений. Да человеку все равно, сколько мы добываем. Он открыл кран, а ее там нет. Так тогда извинитесь первой же фразой за временные неудобства. Понимаете? Обращение по жилищным и имущественным вопросам – еще одна проблемная тема. В некоторых обращениях крик души. Формальная отписка в ответ убивает последнюю надежду на помощь. Вот сломайте в себе чувство, что вы даете вот этот участок от себя. Понимаете, не вы его даете. И эта земля, она не принадлежит вам лично. Вы занимаете сегодня эту должность. Вот если вы не сломаете это чувство, то ничего хорошего не будет. По каждому заявлению должен быть составлен подробный план работы. Решение можно найти всегда, если приложить усилия. Вот это сегодня главная работа, главная. Если мы сегодня, подчеркиваю, сегодня не возьмемся за это, за все, завтра будет поздно. Дорогие друзья, будет вместо вас кто-то другой это делать.